Всем привет! Сегодня покажу вам одну из торговых тактик, которая даст возможность улучшить вашу торговую систему и повысить вероятность на успех. Так. Сейчас у меня тут две позиции. Доллар-швейцарец и канадец. Как у нас? Японец. Так, сейчас дождемся результата, и я прокомментирую, в чем суть торговой идеи. Итак, продолжаем. Сразу хочу сказать, что в данный момент это не торговый счет, это просто счет для тренировки, чтобы комментариев не было. Так, в общем, суть самой идеи. Квим, оно отработало. На самом деле идея очень простая, ее называют поджатие, я ее немного по-другому могу назвать. В общем, есть какой-то уровень, у меня конечно кривой, но не важно. Цена бьется раз, два, потом третий и начинает как бы идти вверх, может быть даже доходит до сюда. В общем, мы видим, что восхождение идет. Треугольник восходящий. И вот мы смотрим на 50% предыдущей вот этой волны. То есть примерно до сюда доходит цена и закрывается вверх какой-нибудь сильно выраженной свечой. Я, конечно, так все коряво нарисовал, блин. Давайте так. Более красиво и понятно. Где-то вот так. То есть явно выраженный, что самое интересное, чтобы не было тут фитилей вот таких вот, желательно. То есть после того, как она сформировалась, чтобы не было вот этих фитилей. Чтобы она была максимально полноцелой свечой, то у нас шансы очень сильно повышаются на то, что цена дойдет до первого сопротивления, то есть до вот этого уровня. И наш потенциал с высокой вероятностью это расстояние вот это вот, которое я, собственно, сейчас зарисую. В общем, коряво зарисую, ну хер с ним. Так что. Так, сейчас мы еще пройдемся, где у меня тут было. Так, тут нет. Это не то. Сейчас я найду. Так. Вот мы видим уровень какой-то. Цена заколбасилась. Но тут как бы нет еще, ну, вот видите, вот эта тень, это меня смущает очень сильно. Я бы хотел, чтобы была тут полноценная свеча. Тогда вероятность дохода до этого уровня, ну, намного выше. Так, а вот это пример просто. Смотрите, вот цена раз-два билась, тут раз-два. И потом у нас явно выраженная свеча появилась, закрылась. И шансы повышаются. То есть, скорее всего, цена дойдет до сюда. Ну, то есть, оно даже просто видно визуально. Тут никаких терминологий придумывать не нужно. Как бы, мне оно просто визуально сразу понятно становится, что цена дойдет до ближайшего сопротивления. Так же самое здесь. Вот мы видим, какой-то был уровень. Ну, тут сразу же в уровень полноценный. Хотя вот до этого, до следующего. Клацай сюда. Так же самое. Вот, отбой раз, два. Мощная свеча. И вот этот потенциал. Я понимаю, это микродвижение. Ну, кому как. Но это с высокой вероятностью. Ну, тут смотрите. 200 пипсов. Или 20 пунктов. То есть, сами понимаете, что это вполне для скальпера там, или для кого еще будет вполне нормально. Ну а теперь перейдем к моей торговле, к подведению итогов за
этот месяц уже на реальном счете. Сейчас ставлю на паузу, открываю другой терминал и посмотрите мой портфель акций, который я держу с ноября. Так, ну вот, насколько вы видите, у меня прогресс с ростом портфеля. Так, сейчас, секунду. Ну и, собственно, вот акции, которые я держу. Я тут еще 48 докупил компании Celsion Corporation. Ну а так все позиции, какие были, такие и остались. Так что ждем результатов. Далее. А также у меня новость. Под видео я скину еще несколько ссылок на бесплатные курсы. Можете скачивать. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачных вам трейдов. Так что все, всем пока.